Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Сегодня приехал в лес. Вот такой. Посмотреть грибы. Охота бы друзей набрать. Прокатим сейчас, посмотрим, что на данный момент есть. Появились ли грузди или нет. Узнаем. Оставайтесь со мной. Будет интересно. Посмотрите, друзья мои, какой я гриб встретил. Это надо же. Какой-то синий. Ну, рвать, конечно, я его не буду. Факт то, что он несъедобный. Но мне интересно. Если специалист по грибам есть, напишите, что это за гриб. Это такой он вот небольшой. Ну, интересный. Посмотрите, какие мухоморочки. Красавчики стоят. Нравится мне их снимать. А вот здесь вот и что? Целая семейка. Какие красавчики. Вон еще один. Друзья мои, никто нам даже не сомневался, если я покажу мухоморы, значит, я найду белые грибы. Вот такие молоденькие. Там еще один выше был, но он уже старый. А этот красавчик такой. И рядом вот еще один. Подойдем, посмотрим его. Смотрите, какой. Вот что. Супер. Наберем. Раз грузей нету, будем собирать белые грибы. Состояние у них идеальное. Во всяком случае, ножка. Шляпку дом посмотрим. Берем. А вот еще боровичок. Конфеточку положил лесному духу. За те два грибка прошел немножко. И вот тебе. Боровичок. Берем его. Факт, что он хороший. Он идеальный. Даже лучше, чем те два гриба. Ну, те, конечно, хорошие, а это вообще идеальный, крепенький такой. А это к нам. Вот, друзья мои, видите бугорочек? Вот я думаю, что там сейчас будет грусть. Небольшой. Давайте посмотрим. Вот он, первый сезон 2020 по груздям открыт. Посмотрим его. Вот такой он, идеальный, порадовал. Ну, берем первый грусть в этом году. Это, друзья мои, боровичок, белый гриб, молоденький, идеальный. Сейчас мы его посмотрим. Ну, факт, что он хороший. Вот такой красавчик, молоденький. Полюбуйтесь на такое чудо. Ну, друзья мои, очередные находочки. Это уже грузди. Ну, проехал я. Но пока их практически нету. Так вот. Несколько вот нашел. Тут вот два. Вот один.
Там вдалеке вижу еще один. Потом покажу вам его. Смотрите, какой грибочек тоже растет. Типа сыроежки, наверное, чернушка какая-то. Ну, посмотрим. Грузи. Что они себе представляют. Этот, который побольше, уже все. Порченый. А вот эти три идеальные. Мы их берем. Нам такие нужны. Ну вот такой красавчик. Сейчас мы его взглянем, какой он будет. Ну, идеальный. Берем. Посмотрите, друзья мои, наш лес, в котором я грибы собираю. Полюбуйтесь. Сосны, елки, пихты. Такая красота. Денек солнечный. Ну, немного еще пройдем. Посмотрим, что мы интересного увидим. Красота. Смотрите, друзья мои, какой отличный боровичок. Средненький такой. Но факт, что хороший. Сейчас мы его посмотрим. Ну, он идеальный. Вообще. Супер. Берем. Хорошенький грибочек. Таким мы рады. Друзья мои. Еще вот косинишка, ягодка висит. Вот еще маслята. Тут вот под елочкой. Такой масленок стоит. Хорошо. Ну, спасибо, друзья мои. Погуляли мы. Полюбовались нашим лесом. Пособирали грибочки. Ну, грузей маловато. Ну, они пойдут. Пройдет неделька-другая. Пойдут. Всегда будут они у нас. Ну, всем пока. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Берегите себя и своих близких. Всем удачи!